Сегодня наша конференция посвящена теме раскрытия потенциала малого и среднего предпринимательства Московской области и, конечно, 20-летию нашей организации в Московской области. Даже юбилей для участников «Опоры России» – это прежде всего повод собраться и обсудить насущные для предпринимателей темы. За 20 лет проделан немалый путь, и теперь авторитет организации позволяет решать многие проблемы, которые стоят перед предпринимательским сообществом. Добиваться некоторых вещей приходилось совершенно разумных по несколько лет. Это касается прежде всего корректировки и совершенствования законодательства, которое касается малого бизнеса, контрольно-надзорных органов, чем мы занимаемся и сейчас. У нас «Опора России», имею в виду, хорошо знают и принимают на всех правительственных уровнях. В первой части конференции награды получили люди, которые внесли значительный вклад в деятельность «Опоры России». Не случайно открытая конференция прошла именно в Видном. Местное отделение здесь открылось несколько месяцев назад, объединяет 34 организации и активно растет. Ленинский городской округ – гостеприимный округ. Бизнес здесь активно развивается, работает. Ну и, конечно же, администрация в лице главы округа также поддерживает развитие бизнеса. Ну и в целом, конечно, Московская область, она развивается. Московское областное отделение в целом растет каждый месяц. Мы принимаем в месяц порядка 30-40 новых членов. Планируем к концу года выйти минимум на 1000 человек. Организация «Опора России» объединяет представителей малого и среднего предпринимательства. И помимо различных обучающих мероприятий, ее деятельность направлена на объединение людей дела. Они ищут взаимовыгодное сотрудничество. И даже уже на моих глазах я видела много новых проектов, как люди в нашем округе начинают коллаборировать, искать другие связи. Мы сейчас на нашу конференцию пригласили и ТПП, и другие женские организации, которые у нас. Мы очень рады, что все мы едины, объединяемся и коллаборируем. На моем примере это новые связи, новые какие-то партнерские отношения, новые клиенты. То есть очень помогает масштабировать, развиваться, то есть и как и предприниматель, как спикер, то есть в разных областях. На конференцию в Видном приехали представители всех муниципалитетов Подмосковья, всего около 300 человек. К собравшимся с приветственным словом обратился первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Мы в администрации, руководитель Алексей Петрович Спасский и я очень активно поддерживаем на всех этапах развития, потому что это чрезвычайно важная история, когда собирается мощный коллектив предпринимательского сообщества в единое целое для того, чтобы достигать тех целей, которые они перед собой прежде всего ставят. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.